Друзья, коллеги, всем привет-привет, с вами Дмитрий Каждан. В этом видео я хочу с вами обсудить тему расчесок Wise Park Professional и конкретно расчесок именно в карбоновом исполнении. Очень много вопросов на этот счет, многие, естественно, задают эти вопросы все вновь и вновь и вновь. В чем же разница, почему одни расчески Wise Park Professional ломаются, другие ходят достаточно долго. И давайте в этом видео разберемся. Казалось бы, три одинаковые расчески с виду, но по факту одна из них является карбоновой. Итак, давайте более подробно и детально на эту тему поговорим. Итак, карбоновые расчески, как вы видите, они у нас представлены только в черном цвете. Как вы видите, они у нас практически идентичны, например, 337, есть 339 и есть ряд других расчесок, в которых присутствует карбон. Что такое карбон? Карбон — это достаточно прочный пластик, в который добавляют уголь. По сравнению с 332 расческой из специального пластика, она у нас, естественно, более жесткая и, естественно, в процессе работы это очень сильно ощущается. Даже когда ты работаешь и держишь расчески в руках, это очень сильно чувствуется. Карбон такой шершавый, а специальный пластик, он, как всегда, у нас такой приятный и глянцевый. Ну, даже здесь, хотя он даже не глянцевый, он более такой матовый. Итак, самое главное, что нужно помнить при выборе расчесок Wise Park, что ты хочешь получить от расчески. Если ты хочешь получить стойкость, если ты хочешь получить, чтобы расческа у тебя не ломалась, то тебе нужно, естественно, выбирать именно карбоновые расчески. Но при этом важно помнить, что расчески из специального пластика, они по своей сути, да, они вроде как бы такие же, но есть тоже ряд отличий. Ряд отличий заключается в том, что данные расчески у нас из специального пластика выдерживают температуру только 220 градусов. Поэтому карбоновые расчески в этом плане похвастаться не могут тем, что они будут выдерживать высокую температуру. Если вы четко знаете, что вы не работаете с нагревательными приборами, то вам, в принципе, хватит расчески именно карбоновый. Почему карбоновый? Да потому что карбон, он достаточно прочный и прослужит вам очень долго. Также хочу заострить ваше внимание, если вы все же предпочитаете работать с нагревательными приборами, утюжками или, например, с плойками, где нужно использовать горячие щипцы свыше там 180 градусов, то, конечно же, я буду вам рекомендовать расчески Wise Park цветные. Это красные, розовые, синие, все другие цвета, кроме карбона. Тем более, что данная расческа выдерживает температуру 220 градусов, и вы смело можете положить на нее свой нагревательный прибор, и расческа у вас не расплавится. Не расплавится. Также два слова хочется сказать о том, что данные расчески, которые из специального пластика, они хоть и не такие уж и прочные, как карбон, но при этом их основная особенность — работать именно с нагревательными приборами. При этом нужно также помнить, что вот эти все расчески — это все же, дорогие коллеги, пластик, и, естественно, он со временем изнашивается и может сломаться. Поэтому, когда вы работаете с данным пластиком, всегда помните о том, что чтобы продлить жизнь своей расчески, у вас должно быть хотя бы 2 или 3 расчески. Тогда у вас они не будут сильно снашиваться, не будут они сильно портиться в процессе работы. И самое главное, что грамотно дезинфицируйте и не кидайте их ни в какие лизоформины, лампы или в какие-то другие стерилизаторы. Лучше используйте воду и шампунь, чтобы их вымыть, либо используйте специальный дезинфектор, который придумала компания Гинко. Соответственно, данный дезинфектор рекомендуется именно для обработки этих расчесок. Также хочется отметить, что если вы работаете и комбинируете расчески между собой, они у вас прослужат достаточно долго. Вот хотите верьте, хотите нет, но все мои расчески от Wise Park Professional до сих пор живы. Да, у меня есть расческа под номером 337, она у меня жива, ну и также все остальные мои цветные расчески также живы, потому что я их чередую между собой. Друзья,
Чередуйте расчески Wise Park между собой, и они тогда вам прослужат достаточно долго и будут вам служить долго и долго. И вот эти все мифы, которые многие говорят о том, что расчески очень часто ломаются, это все ерунда. Просто нужно иметь несколько расчесок, грамотно выбрать материал, и тогда ваши расчески будут вам служить очень долго. Так же, как они служат мне уже не первый год. На этом, в принципе, все. Спасибо большое, что смотрели это видео до конца. Не забудьте подписаться на мой канал, впилить лайк этому видео и посмотреть рекомендованные видео. Ну а с вами был Дмитрий Каждан. До новых встреч. Пока-пока.